Всем привет! И сегодня мы выполняем домашнее задание по учебнику Next Move Workbook 1. Страничку 11 по просьбе нашего подписчика. Сегодня у нас vocabulary, adjectives, словарь, прилагательные. Задание 1. Read and choose the correct options. Прочитайте и выберите правильный ответ. Первое. It's my birthday today. I've got a new bike. Правильный ответ B. This program is very interesting. Здесь будет A. This puzzle isn't difficult. It's really easy. Фотография B. Четвертое. I've got that mobile phone. It's very cheap. Yes, it isn't expensive. It's great. Это у нас картинка E. A. Пятое. I haven't got a big family, so we've got a small car. Здесь ответ будет A. Переводим. Сегодня мой день рождения. У меня новый велосипед. Эта программа очень интересная. Этот пазл мне сложный, он легкий. У меня есть мобильный телефон. Он очень дешевый. Да, он недорогой, он хороший. У меня небольшая семья и у нас маленькая машина. Дальше. Задание 1 мы выполнили. Переходим к заданию 2. Write the opposite adjectives. Use these words. Bad, boring, cheap, easy, old, unpopular. Напишите противоположное прилагательное. Используйте эти слова. New, old, interesting, boring. Popular, unpopular. Difficult, easy. Good, bad. Expensive, cheap. Переводим. Новый, старый, интересный, скучный, популярный, непопулярный, сложный, простой, хороший, плохой, дорогой, дешевый. Задание 3. Complete the sentences with these words. Вы закончите предложение с этими словами. This book isn't interesting, it's boring. That hotel isn't cheap, it's really expensive. I've got a lot of homework today and it's difficult. My dad's got an old laptop, but mom's laptop is new. Mr. Brown's a very unpopular teacher, but Miss Scarlett is popular. It isn't a bad film, it's good. Переводим. Эта книга неинтересная, она скучная. Этот отель не дешевый, он реально дорогой. У меня много домашней работы сегодня, и она сложная. У моего папы старый ноутбук, но у мамы новый ноутбук. Мистер Браунс очень непопулярный учитель, но мисс Скарлетт популярна. Это неплохой фильм, он хороший. Задание 4. Choose the correct options. Выберите правильный ответ. My dad's got a new phone.
mobile phone. Lots of people have got the same mobile. It's popular because it's very good. It's also small and it's easy to use. He's happy. My mom isn't happy because it's very expensive. Переводим. У моего папы есть новый мобильный телефон. Множество людей ходят с таким же телефоном. Он популярный, потому что он очень хороший. Он также маленький и простой в использовании. Он счастлив. Моя мама не счастлива, потому что он очень дорогой. Здание 5. Complete the sentences with your own ideas. Здание 5 мы не будем выполнять, потому что оно творческое. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления на нашем канале. И всем пока!